Российскую культуру постепенно очищают от западных героев. На детских утренниках уже стали нежелательными костюмы героев Марвел, а именно Бэтмена и Человека-паука. Перед работниками образовательных и дошкольных учреждений поставлена задача в разработке сценариев опираться на персонажей русских сказок и мультфильмов. Об этом сообщает информационное агентство Data.ru. Жители Твери поделились с нами своим мнением, поддерживают ли они тенденцию возвращения к русской культуре и на примере каких героев они хотели бы воспитывать своих детей. Надо нас перевоспитывать, вас, вернее, молодежь. Не надо нам этой западной культуры никакой, у нас своя хорошая культура. Хотя моему ребенку очень нравятся эти герои, но я считаю, что наши, даже герои Советского Союза, такие вот как Чебурашка, сейчас новый фильм вышел, более интересные. Более они душевные, больше воспитывают доброту. Но категорически запрещать тоже иностранных героев тоже бы я не стала. Выбор каждого. Кто-то больше все-таки по нашей культуре ориентируется, кто-то больше по западной. Все равно есть лазейки, которые люди найдут, которые интересуются. Вот. Поэтому хоть запрещай, хоть не запрещай, все равно те, кто хочет, они все равно найдут. Ну, мне кажется, это неправильно. Ну, какой там смысл? Зачем ограничивать, чтобы возвращаться в СССР? Ну, мне кажется, это не лучший вариант развития вообще нашей страны и в целом. Я просто считаю, что вообще эта западная культура нам не нужна ни в каких проявлениях.